Прожить без приема лекарств мало кому удается. Но оказывается, есть способ уменьшить вероятность заболевания и даже вылечиться от хронических недугов без использования таблеток и уколов, а только регулируя питание. Причем, как считает ученый Борис Васильевич Болотов, есть нужно то, что хочется. Организм сам понимает, что ему нужно. Еда должна приносить удовольствие, только тогда она полезна. Единственное, нужно отличать потребности организма от дурных привычек. Досмотрите видео до конца, чтобы познакомиться с рекомендациями по питанию выдающегося ученого, который в свои 93 года продолжает работать. И все благодаря своей системе питания. Хотите оставаться активным на долгие годы, следуйте советам академика-долгожителя. Немного об авторе. Болотов Борис Васильевич, 1930 года рождения. Ученый и исследователь, автор книг по оздоровлению и создатель уникальной теории очищения и омоложения организма человека. Народный академик имеет техническое образование, докторскую степень по электродинамике, разрабатывал теорию ядерного строения. Борис Васильевич проводил исследования методов нетрадиционной медицины, способных бороться с разными болезнями, в том числе инфекцией и онкологией. Его труды посвящены возможностям собственных клеток противостоять неблагоприятным внутренним и внешним факторам, активно регенерировать, самоочищаться, помогая таким образом организму не стареть, не допускать развития патологий, сохранять молодость и здоровье. Свои теоретические выводы ученый внедрял в практику собственной жизни. Его физические и умственные возможности сохраняются, хотя по календарю приближается столетие со дня рождения. Академик дает четкие рекомендации по питанию при конкретных заболеваниях. Он не только подчеркивает необходимость применения определенных продуктов, но и рассказывает, как сделать специальные оздоравливающие составы. Важным моментом в питании ученый считает использование пищи, которая обладает приятным вкусом и приносит удовольствие. Вкусовые рецепторы ответят полным усвоением нужных ингредиентов только в том случае, если человек ест не по принуждению, а по желанию. Принципы питания Болотова основаны на основных медицинских принципах разработках ученого. Коротко о медицинских принципах Болотова. Принципы медицины и программы питания, рекомендованная исследователям, тесно связаны между собой. Всего выделяется пять основных постулатов. Первый гласит о том, что для поддержания активности и омоложения тканей необходимо проводить стимуляцию собственного желудочного сока. Этот биологически активный секрет будет расщеплять старые и дефектные больные клетки, оставляя нетронутыми молодые. Стимулируют выработку сока слизистой желудка такие растения как укроп, капуста, щавель. Кроме этого, сокогонным действием обладают приправы и горечи. Второй напоминает о том, что надо своевременно избавляться от шлаков. Для этого используются полезные кислоты, фруктовые кислоты, полученные при естественном брожении. Воздействуя на шлаки, они синтезируют соли, которые организм беспрепятственно выводит из тела. Третий принцип является продолжением второго, направлен на выведение солей, полученных из шлаков, и превращение нерастворимых солей в растворимые. Этому способствуют соки черной редьки и петрушки, чаи из арбузных корок, толокнянки и болотного сабельника. Четвертый постулат направлен на противодействие патогенным микроорганизмам. Для этого проводится окисление применением молочно-кислых продуктов, квасов и ферментов. При этом происходит разжижение крови, что помогает правильной жизнедеятельности организма. Пятый принцип состоит в необходимости регенерации тканей, которая должна происходить своевременно. Оздоровление отдельных органов ученый уверен, что для каждого органа есть определенный натуральный продукт, обладающий оздоравливающим конкретным действием. Начинать следует с органов пищеварения, ведь именно здесь происходят основные процессы перевращения пищи в питательные полезные вещества. Например, для желудочно-кишечного тракта, чтобы восстановить его правильную адекватную деятельность, используются жмыхи из редьки, моркови, капусты. Что же такое жмыхи? Так называется сухой остаток от фруктов и овощей после приготовления сока. Сделав сок, из жмыха следует скатать шарики и положить в холодильник. Хранить жмыхи необходимо в холодильнике около одной недели. Шарики принимают по одному три раза в день по одной-две столовой ложки за 20 минут до еды, не разжевывая, просто заглатывают, как таблетки. Чтобы желудочно-кишечный тракт не страдал и восстанавливался правильно и своевременно, используется корректировка питания, рассчитанная на один или два дня. Вот как это делается. Начинать завтрак с кусочка зернового хлеба, через 10 минут проглотить несколько ложек жмыха, еще через 10 минут выпить смесь 180 мл сока капусты с 20 мл сока лука. После выпитого сока лечь на диван, поменять позу, переворачиваясь с одного бока на другой и поднимая ноги. Это необходимо для равномерного распределения сока в желудке. В обед повторить последовательность действий, сделанных в завтрак, с той лишь разницей, что хлеба надо использовать два кусочка. На ужин вместе с кусочком хлеба ложкой съесть сырое яйцо, через четверть часа выпить луково-капустный сок. Такие дни позволяют регулировать кислотно-щелочное равновесие организма. Проводить их следует не чаще одного раза в три месяца. Полезные добавки к пище по Болотову. Кроме жмыхов и соков, профессор использует обычную соль, примерно 1 грамм 2-3 раза в день после еды положить на язык и после растворения проглотить соленую слюну. Это помогает повысить солевой баланс, Соли необходимы для уменьшения расхода соляной кислоты, а значит и сокращения количества энергии, затрачиваемой для пищеварения. Ферменты ⁇ средства, полученные путем микробного брожения из лекарственных растений, так называемые квасы по болотову. Для приготовления ферментов используется вода, сахар, молочная сыворотка, лекарственная сухая трава, которую в полотняном мешочке погружают на дно банки и удерживают при помощи грузила. Время приготовления 2-3 недели. Бальзам Болотова, специально созданное ученым средство, состоящее из комплекса кислот. Академик Болотов считает, что старение и болезненность приходят в первую очередь потому, что с возрастом снижается выработка желудочного сока. Это приводит к нарушениям органов пищеварения, а потом и всего организма. Бальзам Болотова помогает вернуть правильный желудочный сок. Это омолаживает организм и позволяет побороть многие болезни, в том числе и хронические. Очищенные кислоты для приготовления бальзама сейчас сложно достать, поэтому ссылку на сайт, где можно купить готовое средство от официального производителя, мы оставим в описании. Квашеные растения получают целебные напитки из бобовых переброды делают из растительных масел и сахара или меда, ореховые массы, пропитанных соком растений, кусочков сахара. Уксусы из чистотела или полученные при смешивании растительного отвара с натуральным уксусом. Чаи, обладающие ощелачивающим и растворяющим соли действием. Это чай из корней подсолнуха, арбузных корок. Академик Болотов напоминает, что на время таких ощелачивающих процедур следует отказываться от закисляющих продуктов. Соки растений, таких как редька, репа, корень петрушки. Желочь птиц приводит к растворению отложений и скоплений минералов. Схема употребления пищи. В зависимости от задачи, поставленной каждому приему пищи, следует применять определенные блюда и продукты. Завтрак предназначен для стимуляции работы желудочно-кишечного тракта. Чем скорее начнет вырабатываться желудочный сок, тем быстрее будут нейтрализованы токсины и разрушены патологические и старые клетки активизирует желудок клетчатка, поэтому важно есть специальные каши, выпекать домашний полезный хлеб и добавлять в выпечку травы. Болотовские каши сварены из смеси круп или из одной из этих круп – овес, гречка, пшено, бурый рис. Каша может быть рассыпчатой, а может быть вязкой со слизью. Добавить завтрак можно кисломолочной продукцией или яйцами. Обед должен быть самый сытный. В обед хорошо есть как первое, так и второе, но Болотов рекомендует сначала есть более твердую и тяжелую для переваривания пищу, а супы как раз есть после. Это нужно для того, чтобы мясо переварилось лучше. Для этого приема пищи отлично подойдет мясо или рыба. Особенно Болотов выделяет пользу сельди и холодца. Сельдь является доступным источником витаминов и аминокислот, а также стимулирует пищеварение. Холодец очень полезен для суставов, кожи и волос. Мясные продукты ученые рекомендуют дополнять солениями и квашениями. Ужин предполагает настроить организм на здоровый сон, поэтому в него входят содержащие углеводы блюда. Это сладкие фрукты, макаронные изделия. Специальные болотовские продукты при различных заболеваниях. Ученый подготовил обширную и подробную схему рекомендаций по применению натуральных целебных средств при заболеваниях. Расскажем только о некоторых из них. Более подробно можно узнать, прочитав книги, автором которых является Борис Васильевич Болотов. Растения подбираются по составу аминокислот, органических кислот, минералов, оказывающих оздоравливающее действие на конкретный орган. Приготовить из растения можно квасы, ферменты, настойки. Вот короткий, но конкретный список. Для полости рта ромашка и шалфей, укроп и кориандр. Для пищевода – календула, малина, виноград. Для желудка – картофель, капуста, крапива. Для тонкой кишки – фасоль, мята, семена тыквы. Для толстой кишки – зверобой, рябина, свекла. Для печени – бессмертник, черника, черемуха. Для сердца – пустырник, ландыш, чеснок. Для легких – мать и мачеха, клюква, липа. Для почек – пырей, алтей, осина. Для селезенки – абрикосы, морковь, овес. Для щитовидной железы – хурма, черная редька, герань. Для предстательной железы – донник, лимонник, женьшень. Для лимфоузлов – черная редька, морская капуста, туя. Для позвоночника – орех лесной, арахис, маслины. Для костей рук – листья земляники, алоэ, картофель. Для костей ног – смородина, крыжовник, клевер. Для кожи – алоэ, колонхоэ, виноград. Для зрительного нерва – чистотел, черника, морковь. Это только примерный, далеко не полный список растений, которые используются при заболевании конкретного органа. Если вы перейдете по ссылке в описании на телеграм-канал, то получите более подробную информацию и даже бесплатно вам вышлют меню по Болотову на неделю со вкусными и полезными блюдами.